Екатерина Шпица. Екатериночка, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вас вдохновляет на творчество? Что вдохновляет на творчество? Да. Искусство и какие-то глубокие мысли в глазах зрителей, которые рождаются в их умах, когда они смотрят хороший фильм. А скажите, пожалуйста, вот из представленных картин на этом кинофестивале что-нибудь смотрели сами? Хотелось бы посмотреть? Я всегда смотрю постфактум. Понятно. У нас очень жаркая пора начинается, на съемочная